Так выглядит карта Средиземного моря, составленная в XVI веке. Ее сделал французский натуралист Пьер Белон. Она стала частью выставки средневековых книг, которая прошла в библиотеке монашеского ордена францисканцев в Иерусалиме. Специалисты считают, что эти труды могли вдохновить Леонардо да Винчи изучать природу и человеческое тело. Мы решили собрать серию книг, которые могли бы рассказать об интеллектуальном путешествии да Винчи, представляя его не столько художником, сколько ученым. Выставка состоит из 5 разделов. Первый посвящен географии, второй – флоре и фауне. Третий раздел, возможно, самый важный и касается тела. Четвертый посвящен искусству и пропорциям. А последний рассказывает о Луке Пачоли, францисканском монахе и друге Леонардо да Винчи. Он помог ему стать тем гением, который нам известен. В книгах изображены старинные карты, детальные рисунки растений и животных, а также наброски архитектурных элементов зданий. Кроме того, представлены медицинские труды. Многих впечатляет то, что существует связь между средневековьем или Ренессансом и сегодняшним днем. Мы думаем, что 500 лет – это долгое время, но те люди уже знали то, что мы знаем сегодня. Выставка посвящена 500-летию со дня смерти великого гения эпохи Возрождения. Она включает в себя 30 средневековых трудов. Леонардо да Винчи родился 15 апреля 1452 года в селении Анкиана недалеко от Флоренции. Он был художником, ученым, изобретателем, писателем и музыкантом. Умер да Винчи в 67 лет.